этот вопрос взяли под контроль, обратились в адрес московской полиции, обратились и в московское руководство. У нас прошли несколько совещаний непосредственно у вице-мэра Москвы с приглашением главных представителей московской полиции, и мы нашли компромиссный вариант. Я считаю, что мы найдем мирное урегулирование данного конфликта. То, что мы не пошли на обвинение, на серьезное обвинение правоохранителей, также не пошли на обвинение тех, кто нарушил порядок и закон со стороны наших мусульман. Все должны работать в рамках закона. И мы призвали правоохранителей, сказав им, что мусульманское духовенство готово давать семинары, консультации, обучать исламу и исламским традициям, чтобы они не делали ошибок, чтобы они знали, что такое молитва, что такое пятничное богослужение, каковы должны быть отношения. И вот последняя пятница и наш праздничный Курбан-байрам показал, и мусульмане благодарили представителей органов власти и городскую полицию, и правоохранители благодарили наших мусульман. Они были очень дружелюбны, они были очень уважительны, и никаких вопросов не возникало. Это означает, что каждый осознал свою ответственность перед нашим государством, перед нашими народами.